что, ребят, всем доброе утро. У нас продолжается очистка. Так что, если мы надеялись, что уже все, еще нет. Еще Андрюша восстанавливает сидушки. Мне нужно отмыть нашу заднюю стенку, вот эту верхнюю панельку. И тогда уже будет все. Еще внутри там будет пропылесосить, потому что опять нужно пылесосить. А так, в принципе, да. Мы молодцы. Почти все очистили. Так что супер. Ну что, ребят, короче, очистили мы машину. Да, наконец-то. Наполировали. 3 дня это делали. Капец просто какой-то. Это очень сложно, очистить машину. Это реально сложный труд, особенно когда ты это делаешь впервые. Нам нужно перестроиться, чтобы повернуть. Особенно когда ты это делаешь впервые, и особенно когда нужно все это снять, а потом еще это... А ты еще не знаешь, как это все снимается? Да, я этого никогда не делал. Тебе немножко помогают снять, а вот одеть, ну, в принципе, снять ты понял как, а вот одеть это уже как-то... Одеть это сложно. Чуть-чуть посложнее и не так уже просто, как казалось. Так что мы, короче, собрались, и родители Андрея уехали позавчера или когда? Ну, где-то дня 3-4 назад на море, и оставили нам ключи от дачи, так что мы сейчас заедем к ним на квартиру, возьмем там ключи и поедем на дачу, и сегодня будем... Бауня или сауня там? Бауня будет. Или бауня? В сауне. Там красный, видишь? Да. Так, ну короче, вот в том вот помещении, где очень тепло становится. Пойдем попаримся. А потом повалюхаемся, поедем, может, на море сегодня ночью. Проедем? Ну, короче, посмотрим, что мы будем делать сегодня. Но, может быть, завтра поедем на море, может, сегодня поедем, я не знаю, когда. Ноутбук я с собой не брала, там интернета нет, поэтому все равно влог мы не выгрузим, я его монтировать не буду сегодня, уже смонтирую завтра, когда мы вернемся домой. Так что едем на дачу сейчас. Вы представляете, у нас появилась машина, и у нас в семье сухой закон теперь. Мы даже с собой ничего не взяли выпить туда. Ребят, мы приехали на дачу, сейчас идем добывать огурцы, помидоры на огород, да? Угу. Там гром гремит. Мика дома. Прям капец. Вот так мигало только что. Тут ночью так стрёмно, нет нигде света, да? Да нет. Не знаю, мне стрёмно. Собака гавкает носа. А, где вот? Вон здоровенных парочку. Ну, сезон, наверное, огурцов уже прошел. А вот помидорки я вижу. А они очень вкусные, да? Помидорки? Угу. А вон маленькие огурчики появляются, видишь? Да. Масипусенькие. Так что мы себе помидорки ищем на ужин. И огурчики. Да, и огурчики. И на завтрак, может быть, даже. Ну и на завтрак. Нет, этот дорастет до завтра. Вот, смотри, этот уже не дорастет. Ну, это такое. Вон, смотри, тоже бочечка здоровая висит. Где? А вот. О, какой красавец. Угу. Ну, свети же мне, зай. Они ж колючие. Да ладно, ничего страшного. Ну, все, нам огурчиков цепляется. Хватит, давай помидорчики наберем. Давай, выбирай сама. Да, я сейчас наберу те, которые вкусные, прям привкусные.
Айо. Смотри, какой мощный сиськи. Видел? Mm-hmm. Что такое? Что кто-то ходит? Зай, сам хочешь. Ну, страшно. Кого тебе страшно? Не знаю. Да ты себя просто так накручиваешь, потому что ты здесь не так часто был. Ну да. Хотя и у себя дома. Там не, у себя дома я не так боюсь. И ты бы вышла в час ночи на этот самый. На огород? Да. Не. Все, хватит нам пока помидорок. Если что, то сбегаешь еще возьмешь. То эти помидорки очень вкусные. Я их в прошлый раз просто хомячила. Можно сколько. Это фрукты. Не, фрукты не хочу, пошли. Завтра, Зай, ну уже поздно. Мы думали, короче, сегодня в сауну приехали, но уже очень поздно. Потому что мы встретились еще с Даней. На набережной погуляли с ним чуть-чуть. Я пакетик испугался. Встретили Даню, погуляли с ним чуть-чуть на набережной. И уже поехали на дачу. Зай, мне нужна помощь. На, разбирайся, закрывай. Я же сказала, на. Я его сорвала, я думал, ты это сам. Короче, так что мы уже аж... Ну, сейчас, правда, только 11, но ничего страшного. Мы уже сейчас все покушаем, помоемся, валимся в кроватку. Так что нормально. А завтра уже... Посмотрим, пойдем в сауну, не пойдем в сауну. Хотели сегодня, но сегодня не получается уже вечером. Да? Mm-hmm. Вот это сейчас нашей свадьбы. А где тут свет-то отключается? Да. Где? Включался вообще раньше проводками. Тогда не надо. Чего? Да не надо. Вот это. Ну не надо. Ну вот, есть свет. Так вот, со времен нашей свадьбы, видите эти всякие штучки красивые, прям. Красота, прекрасота. А вон еще вот такие вот штучки на нашей свадьбе были. Это брату эта штучка. Комплиментик или как это называется, не помню. Да, вон еще бутылку, которую купили у нас, да? Андрюша, я тут что-то нашла твое. Спидермен. Это не мое. Не твое? А-а. Думала, это твой Спидермен. Не, не мой Спидермен. Было бы круто, если бы был. Короче, будем сейчас ужинать. Я сейчас буду мыть помидорки, огурчики. Ну, я же... Ну, огурчики я разрезаю, а помидорчики, может, так грызем, правильно? Как хочешь. Можешь прям салатик сделать, если хочешь. Не, салатик не хочу. Блин, ну эти помидорки жалко делать салатик. Их хочется грызть с соликой. Так что будем сейчас ужинать. Мы тут только что заварили вот эту вот нашу японскую, которую мы привезли, лапшичку. Потому что она в Польше стоила очень-очень дешево. Сколько? 30 гривен каждая штучка. А у нас такие, по-моему, по 70 или что-то такое. Ты уже бросала туда что-то? Соус? Нет. Его надо вылить после того? Его надо вылить после того, как оно запарится, и залить соус. Давай я тебе помогу. Тут. На что этот соус похож? На какую-то странную черную фигню. У тебя тоже? Угу. Оно хоть вкусное? Не знаю. Вот и проверим. Я подозреваю, что это же цены. Нет. Это не соевый. Ой, будем сейчас кушать. Андрюша в трусах ходит. Чего ты в трусах ходишь, зайчик? Неудобный шорт. Неудобный шорт? Ты что, позаботился обо мне и взял хотя бы одну ваточку? Угу. Моя зайчка такая. А то я думаю, хорошо, что я взяла. Такое интересно, чем я буду. А у меня, короче, лапшичка будет знаешь, чем? Сардинкой. Так, может, что будем... еще закрыть, чтобы она запарилась, да? Не, она запарилась же. Все, уже можем кушать? Да. Ну, ребят, наконец-то мы нашли ключи. А как мы их нашли? Мы просто поели, Андрей прошелся
по дому за чаем и увидел вязку ключей, которые висели. А мы их просто не видели, потому что были голодные, да? И все, мы уже разожгли, все уже там парится, все уже горячее. Сейчас пойдем туда, будем париться, да? Ты масочки взяла? Масочки? Не брала масочки для лица. Ну ничего страшного, дома масочки будут. Андрюша с холодной водичкой. Ни единого звука. Я с еле-еле-еле теплой тут уже вещала, пищала, как странная девочка какая-то. О боже, ребята, этот кайф просто сложно. Просто сложно объяснить словами. Просто расслабон такой, что сейчас просто прийти, принять душ и лечь спать. Хорошо, что вода в доме есть, да? Просто кайф. Так что будем уже сейчас идти и ложиться спать. Мы там мылись, душ принимали. Думаю, где эта собака? Где эта собака? Она тут уже подушечка куплялась и спит. Да, я нашим гелем для душа пахну. Моя девочка сладкая. Ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи.